على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك. فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. Говорит шейх ислам ибн Таймия, также говорит, как присутствуют часто доводы на достоверность хадиса и то, что он является правдивым, и об этом необходимо заявлять однозначно, также говорит противоположную сторону. Часто бывают доводы, которые указывают на то, что данная история или данный хадис является лживым, недостоверным от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И об этом необходимо заявлять однозначно. Мислю ма юктау би казиби ма яруихи аль-ваббаун бин ахли аль-бида валь-гулу филь-фадаиль. Как, например, те лживые хадисы, которые передаются лжецами и выдумщиками хадисов или различными нововведенцами относительно вопроса достоинства некоторых деяний. То есть, когда приходят, например, те люди, которые переходят границу относительно вопросов джихада. И ты увидишь то, что они придумывают различные хадисы или основываются на различные ложные хадисы относительно достоинства джихада. Или наоборот, те, которые видят проблему того, что люди многие перестали читать Коран. И для того, чтобы люди начали читать Коран, начинают придумывать хадисы о достоинстве тех или иных сур. То есть шейх ислам ибн Таймия хочет указать на то, что хадисы о достоинстве определенных видов поклонения в шариате часто бывают ложными и часто бывают слабыми. Говорит мислю хадис йоми ашура вамсалихи, как, например, хадис о том, кто продержит уразу в день ашура, то, что ему будет такая-то, такая-то награда, и награда указывается нереальная, в которую тяжело поверить. Мимма фия анна ман салла ракаатейн кана лаху каажри каза ва каза набийен. Или хадисы о том, что такой-то человек, который прочитает два ракаата намаза в таком-то случае, то получит награду стальки-то, стальки-то пророков. То есть приходит, допустим, что такое часто у рафидитов. Если у них есть какой-то праздничный день, они говорят, кто прочитает в этот день два ракаата намаза, то получит награду 70 пророков. То есть это является чем? Является явной выдумкой. Потому что известно то, что люди, какие бы дела они ни совершали, не способны дойти до награды даже одного пророка, не говоря уже о том, чтобы получить награду за два раката намаза, награду 70 пророков. Говорит нам, что касается этого хадиса, то этот хадис приходит у Ибн аль-Джаузи в его книге «Аль-Маудуат», а также в книге «Аль-Фавайд» «Аль-Маджмуа». Тайп, этот хадис является ложным выдуманным. Говорит